Ну, во-первых, здоровье. Во-вторых, чтобы они, ну, работают, в общем-то, для нас, для обычных людей. И хотелось бы, чтобы их работа приносила радость не только нам, но и им. Чтобы была отдача, чтобы меньше мы им нервы мотали, и чтобы больше было пользы от них. Чтобы они внимательно относились к пожилым людям. Поменьше вот этой бюрократии, короче. Ну, всего хорошего. Да вроде все нормально. Такого уж особо ничего не чувствуется. Пусть и так же работает. Быть ближе к людям и слышать их. Я даже не знаю, чтобы платили пенсии побольше. Доплата была хорошая. А то пенсия маленькая, жить невозможно. Здоровье прежде всего. Вот. Чтобы у них работа была. Ну и всего хорошего. Самое главное, здоровье было. Я хотел бы пожелать, чтобы люди более ответственно относились к своей работе. К сожалению, вы знаете, что в социальной сфере у нас не дорабатывают. Возможно, по причине того, что низкие заработные платы и люди не мотивированы нормально работать. Мне так кажется. А чтоб население лучше обслуживали, я так понимаю, ну и заработную плату побольше. Успехов во всем. Здоровье самое главное.